Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть игру «Зло внутри», вторая часть. Убитый сотрудник Мёбиуса. Пистолетные патроны у него, значит, здесь. Хорошо, сделаем меточку и побежим. Посмотрим, нам боеприпасы всегда нужны. Ага, убежище Анила. Покидаем. С помощью коммуникатора определите, откуда доносится голос девочки. Ну, мы это все сделаем, но не сейчас. Слушайте, довольно тихо, да? И, кстати, недалеко бежать, всего 100 метров. Так, помойки. О, тихо, тут где-то труба. Это нам пригодится для арбалетных стрел. Точнее, для гарпуна. А что это ящики, главное, висят в воздухе? Опа, что тут у нас? Запчасти. И еще детали, значит, для оружия. Не нравится мне эта тишина. Обычно это перед бурей. Тихо, тихо. О, вылезла, вылезла, красавица. Иди сюда. Не туда ты глянула. Твоя была ошибка. Как же меня вот пугают вот эти выстрелы. В плане того, что я боюсь, что набежит куча этих всяких зомбарей. Они же слышат. Поэтому не зря здесь есть крадучесть, чтобы втихаря все это прокрадываться. Погодите, я не понял, это что? А, вон он, на машине лежит. Ну давай мне свои патроны. А, у меня по максимуму все. Хорошо, пускай будет как заначка. Оу, смотрите-ка там. Там у нас куча зомбарей стоит. Убитый сотрудник. Подсумок. Пистолеты. Что еще за подсумок? Надо проверить. Это у нас опять в поездах получается, да. Ну мы-то там с вами уже сделали зачистку. Так что ничего страшного не должно быть. Правда, почему-то подсумок я этот не видел там. Здесь нам не пройти. Опачки. Статуэтка. Это значит ключик у нас будет еще один. Давай-ка забирай его, Себас. Подняться мы не можем на машину. Я думал, что с нее можно будет как-то забраться. Бутылочки, все это нам пригодится. Слушайте, тут тоже, я так смотрю, закрыта дверь. А как же нам тогда туда попасть? Может быть... Ага, вот здесь вот. И я там вроде бы... Да здорово, просто замечательно. Так, это кто еще наблюдает? Оу! Черт подери! Ну-ка, иди сюда, тварина. Гад. Спасибо за порох. Я тебе очень признателен. Вот теперь мы можем сюда спокойно зайти. Я смотрю, там у нас как раз гель разбрызганный валяется. Мы сейчас это все соберем. Ну и где у нас тут этот подсумок? Ага, полицейский валяется. Камеры не действуют. Причем у него абсолютно везде, у этого урода, камеры лежат. Исследовать, конечно же. И что мы получаем? Подсумок улучшен. Пистолеты. Нейлоновый подсумок для переноса дополнительных пистолетных патронов. То есть теперь мы сможем носить больше пистолетных патронов. Вот что это означает. Мне бы такой подсумок на арбалет, да на дробовик. Йо, это что такое было? Погоди, я не понял. К чему это все? Оу! Глюк? Или не глюк? Что это такое вообще тут происходит? Все в замедленном... Все, я понял, ребята, там стояла камера. И растяжка, по ходу дела. Я ее задел. И вот такая вот фигня получилась. Правда, не понимаю, для чего это нужно было. Патроны для дробовика. Вот они мне как раз и нужны. Компьютер, вход в сеть, это нам не надо.
Основная моя задача сейчас определить, где девочка. Это мы, как всегда, успеем все сделать. Для начала нужно накопить боеприпасов побольше. Тут недалеко, всего 40 метров. Так что дойдем. Давай, Себас, отдохни маленько, чтобы у тебя выносливость восстановилась. И побежим. Ага, здесь мне нельзя перепрыгнуть. Я хотел скоротать путь. Но как бы не так. Ну, запрыгивай ты уже, елки-палки, что ты... А смысл? Там прохода нет, нам все равно придется оббегать. В тот раз здесь бродило привидение, насколько я помню. Что-то не пойму, вроде 40 метров было, уже 70. Юнион, автомастерская. Так ее. Слушайте, я, по-моему, сюда не смог тогда пробраться, в это здание. Точнее, я пробрался вроде бы. Хрен там. Закрыто. Да-да-да, именно здесь. А что тут такое? На-ка. Что там выпало мне? Геля 300. Ух ты. Блин, а я тогда один раз всего ударил. Теперь будем знать, что этот автомат нам выдает гель. В общей сумме 3 баночки. По 300 это считает 900. Ну, 1000. А как мне вот сюда-то попасть? Закрыто на замок. Это получается с той стороны. С внутри дома. Но есть же какой-то способ туда попасть. Так, эти ворота не поднимаются. Тоже ноль. Здорово. Я не могу туда попасть. Сплошные стены и только один вход. И то почему-то он закрыт. Да, обидно. Давайте тогда следующую цель возьмем. Давайте, наверное, вот сюда. Патроны для дробовика тут тоже, кстати, есть. И там уже недалеко, кстати, нам и до цели, до основного задания идти. Так, интересно, оживет? Нет, вот этот гаденыш. Мне он не нравится. Пока вроде тихо. Так, впереди у нас там бегает чувырла одна. Дымовая, которую я, кстати, еще ни разу не бомбил. И я даже не знаю, что она может сделать. Ну, честно говоря, я не хочу сейчас выяснять это все. Я лучше бутылочки пособираю. Смотрите, вон она там шарится. О, полицейский тут у нас. Давай мне патроны для дробовика. На данный момент дробовик сейчас самое мощное оружие, которое есть у меня. Поэтому чем больше патронов, тем лучше. Электрощиток. У меня, надеюсь, есть гарпун-то электрический. Есть. Давайте-ка шмальнем. И, по идее, должны открыться вот эти вот ворота. Так, погоди, здесь не открывается, а вот эти вот открылись. Тут как раз рядышком улежала стрела. То есть, если бы у меня даже и не было, я бы смог ей воспользоваться. О, здесь нужно проверить, что это такое. О, ёб твою мать, ты что ты... Пугаешь-то так меня, а? Я просто подумал, что это вторая тень, ага. Вторая тень. Это, походу, вот этот чувак и был. Слушаем. Как это? Как оно здесь оказалось? Что за чертовщина? Нет!
Опять это привидение, а? Значит, эпопея с ним не закончилась. Давайте забираем здесь детали. Все, пусто. Жаль. А в эту дверь? Да-да-да, можно зайти. Это, по-моему, если не ошибаюсь, у нас убежище. Здесь мы сможем с вами сохраниться. Так, что-нибудь хорошенькое-то тут будет? Ну-ка, шкафчик посмотрим. Ни шиша. Ага, там я вижу зеркало у нас есть. Погодите-ка. А это что такое лежит? Этот арбалетный болт выпускает облако дыма, сконцентрированное вокруг места попадания. Иногда скрытность — лучшее оружие. Сбежать или совершить скрытое убийство проще, когда враг вас не видит. Улучшая дымовые болты на верстаке, вы получаете возможность скрытно убивать врагов, попавших в зону действия дыма. Дымовые болты создаются из дымного пороха и пороха. Все, понятно, ребята, мы нашли с вами дымовой болт. Надеюсь, теперь мы сможем их делать. Касательно вербовки и мю-центры. Количество кандидатов, принятых через мю-центры, значительно повышает количество поступивших после медицинских тестов. Регистрация мю-центров как религиозных учреждений, не облагаемых налогом, позволила увеличить доход, который мы направили на отладку дополнений и адаптацию новых кандидатов. Мистер Уоллес применяет нейролингвистическое программирование, получая более стабильных и пластичных кандидатов на внедрение в STEM. Вот он что, а что я не могу дальше промотать, ребята? Почему-то не получается. Фигня какая-то. Хотел промотать, прочитать дальше, а у меня почему-то не получилось. Ладно, в общем, тут, короче, про вербовку кандидатов было написано. Так, шприцы у нас по максимуму. Здесь-то что у нас? Патроны. Это хорошо. Ну что, здесь, в принципе, больше ловить нечего. Кофе попить, если только. Так у нас вроде бы здоровье по полной. Ладно, давайте так, для красоты хлебнем чашечку кофеина. Себас, ты хотя бы рот открывал, когда кофе пьешь, а? Куда-то в нижнюю губу себе вонзил стакан. Ладно, это уже придирки. Так, ну что, давайте-ка мы вот сюда зайдем. А, ну это уже выход, все, ребята. Давайте, может быть, сохранимся. Уж на ходу это конец. Тут у нас еще компьютер есть. Кажется, тут понадобится пароль. Угу, а пароля мы не знаем. Значит, нам сюда придется еще вернуться. Давайте сделаем с вами сейф. Так, что, давайте новую ячейку. Так, все, резонанс. Да, перезаписать этот файл. Ну, а теперь можно идти продолжать дальше играть с спокойной душой, не боясь уже за то, что если мы там где-то погибнем. Так, и нам нужно идти куда? Так, здесь порох. Убитый сотрудник. В принципе, недалеко, давайте добежим до него. Так, в какой он тут на стороне? А, он сзади дома, получается. Главное аккуратненько двигаться. Может быть, здесь что-то есть? Давайте посмотрим. Разбить, я так понимаю, это нельзя. Интересно, а почему вот эти вот двери на замках? Они, наверное, потом все-таки будут нам доступны. Когда что-то сделаем, откроются эти засовы, и мы сможем там ходить. А вот это вот надо разбить. Я не собираюсь здесь упускать всякие нужные мне детали, тем более для оружия. Перепрыгнуть забор не можем. Так, ну что, 20 метров осталось. Вот здесь пройдем. Цветочек. Нафиг, давайте обратно выходить. Ну что, а, вот он валяется, родной наш. Так, и у него должен быть порох. Сколько штук? 14. Это хорошо. О, опять эта корявая там идет. А здесь детали для снайперской винтовки. Смотрите, вон-то, видите?
Ужасная тварь. Ну, насколько ужасно, я не знаю. И, честно говоря, неохота мне проверять это все. Так, и здесь еще зомбарь ходит. И причем не один. Ох, да их тут целая шайка. Нафиг, нафиг, ребят, давайте-ка мы... Я не знаю, идти напролом, что ли, туда? Кто-то меня уже палит. Это плохо. Ага, все ближе и ближе. А мы тогда все дальше и дальше будем. Бежит, один увязался. Черт, да что за тупик-то? Гад, ну все, ты получишь свое. Хе-хе. Кто там меня преследует? Себас, беги, 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 родной. Все, по-моему, отстал, да? Какое жуткое мрачное место, а? Что он там... Блин, он, по-моему, не отвяжется от меня. Придется, наверное, с ним покончить. Иди сюда, охламон. Что ты там пячешься? Черт, урод, а? По ходу дела он побежал обратно. Ладно, не будем мы на него отвлекаться. Резонанс. Давайте сюда сбегаем с вами. Мы уже все равно близко здесь находимся. Бензоправка у нас здесь. Что там еще за взрывы? Ага, вот это у нас, по-моему, девочка есть. Давайте послушаем. Какого? Так, она побежала, я вижу отпечатки на двери ее рук. Это была Лили? Да, скорее всего. Больше здесь, по-моему, детей не было. Лили, ты здесь? Это я. Куда она пошла? А почему мы так бегаем, как в черно-белом кино каком-то? Ага, вижу, вижу следы. И побежала она вот в эту дверь. Офис. Лили, все хорошо. Это я. Здорово, закрыто. Черт. Так, спокойно. Как попасть внутрь? Ага, и сам посмотрел, главное. Ну что ж, тут уже понятное дело. Давай, отталкивай. Будем сейчас пролазить. Ну е, проползти, что ты тупишь-то, а, Себас? Кукла. Это ее кукла. Лили была здесь. Ага, показывают за нее видение. Смотри-ка, догадалась еще закрыться. Ее кто-то преследует. В окно Лили, она смылась? Господи, она в беде. За нею гонятся. Нужно посмотреть снаружи, куда выходит это окно. Все, Себас, я тебя понял. Ищите улики за рестораном. Сейчас мы тогда оббегаем это здание. Ну и должны найти какие-то улики. Кто-то орёт опять, кто-то рычит, а? Ух, ладно, давайте выходить.
Так, это у нас получается чердак. Здесь что ли, нет? Не, слишком высоковато, где-то пониже должно быть. Ага, вот оно, скорее всего. Расследовать. Ладно, Лили, куда же ты убежала? Ну что опять? И что это значит? А? Какого? Так, переместилась. Еще сигнал. Хорошо. Я иду, милая. Держись. Следуйте за новым резонансом. Тогда наша цель вот это будет. Блин, 200 метров далеко... далековато будет. Ребята, это что за хрень? Что тут еще бежит на меня? Ё-моё. Меня видят уже. Оу! Ядрить тебя на корень. Это что, типа местных собачек? Или как вас прозвать-то, а, твари? Ё-моё, нифига у него там оскал. Жесть какая-то. Что надо таких тварей-то придумать? Сросшиеся люди. Стопудово опять какие-то эксперименты были. И я предполагаю, что это еще цветочки. Дальше будет только хуже. Так, перезарядимся. Побежали. Так, значит, у нас добавились новые монстры. Вот эти вот ползуны. Ну что ты там бродишь, а? Что тебе все не сидится-то где-нибудь там, я не знаю. Так, он что? Он с бутылкой Молотова. Да, он сейчас сгорит. Причем, заметьте, горят они очень быстро. Точнее, помирают от огня моментально практически. Ну, за гель, конечно же, спасибо. Он никогда лишним не бывает. Правда, мало дал, 200 всего, но... лучше мало, чем вообще ничего. Так, тут у нас опять копы лежат. Патроны для дробовика. Всего один патрончик. Не густо. Впереди у нас, по ходу дела, бензоправка какая-то. А здесь что? Так, опять волна. Давайте искать. Вот она. Ну, вот она. Еще разочек. Куда же ты побежала, а, Лили? Ну, а, мы можем так двигаться. Давайте-ка, что здесь у нас такое? Исследовать. Это нам показывают... ага, следы. Значит, она побежала в этом направлении. Это хоть ее следы-то? Как-то больно крупноваты для девочки. Кровь. Не меньше пары дней прошло. Надеюсь, это не кровь Лили. Нет, смотрите-ка. Лили. Так, куда она бежит? Нам... а, опять перебегает. Голос Лили. А мы давайте-ка, наверное, может быть, сюда зайдем. Все равно по пути. Гараж. Отлично. Верстак есть? Есть. Так, порох, гвозди. Запал и трубка. Еще в ящике, наверное, что-нибудь будет, да? Опять запал. Ух ты. Ну что ж, давайте попробуем что-нибудь с вами смастерить. Получится? Нет, сколько у нас? 260 деталей. Емкость магазина. Вообще слабенькая, да? Ну, давайте попробуем. А как, интересно, мне улучшить пистолет? Где мне найти эти болтики или винтики? Что тут нужно? Особые детали. Где мне их найти? Ума не приложу. Дальность.
Это у нас арбалет. Угу. Электроболт. Дымовой болт. 7 секунд действует, да? Тут. Так, еще 140. Я, в принципе, могу это сделать. Но стоит ли оно того? Давайте, наверное, сделаем все-таки гарпунный болт. Так, здесь изучено, и здесь нужно 120. Все. Больше у меня, наверное, не хватит ни на что. Теперь уже точно 20 деталей. Так, создание предметов. Что мы можем с вами сделать? Патроны для дробовика. Создаем. Дымовой болт. Давайте сделаем. Кстати, можно еще сделать. Ага, две штуки. Так, гарпунный болт. Две. И электроболт. Две штуки тоже. Все, аптечка, шприцы, это у меня все есть. Ну, по крайней мере, теперь мы вооружились. Так. А какая разница, что здесь выходить, что там? Где у меня мишень-то? Следующая цель, я что-то не пойму. Вроде отмечал же. А, нет, забыл. Давайте вот сюда поставим. Ну, тут и недалеко бежать. Всего около 90 метров. Сейчас по-быстренькому мы с вами добежим. Да, жаль, конечно, что для дробовика у нас 7 патронов всего можно носить. Ну, и 2 заряженных, то бишь 9 получается в общей сумме. Этого ничтожно мало. Надо как-то увеличивать. Где-то найти подсумок, если он есть. Почти уже добежали. Ага, сигнал. И я вижу тень. Вот она, наша Лили. Ну что ж, давайте глянем, что здесь. Слава богу. Она причем при всем бегает босиком у нас. Что-то я не могу понять. Следы куда-то идут к машине. Но вот здесь почему-то... Следы. Но чьи же они? Да я, в принципе, догадываюсь. А вот здесь уже ботинки. Значит, что этот чмо ее преследует. Фотограф, я имею в виду. Давайте-ка заберем вот эти вот цветочки. А я почему-то не могу даже подойти к ним. Видимо, какой-то барьер. Ну что же, лады. Тогда проследим, куда ведут следы Лили. За машину где-то. Похоже, она тут пряталась. Ага, вот и Лили. Вот она прячется за тачкой и бежит далее. Куда же она побежала? Давайте проследим. Наверное, побежала на склад. Умница. Там наверняка есть где спрятаться. Ну, наверное. Только вот мне не нравится, что здесь где-то зомбари орут. Как бы не было там заварушки у нас. Давайте-ка сейчас попробуем забрать цветы эти, который я до этого не мог. Да, все, отлично. Так, цветочек. И здесь что у нас такое? Бутылки у нас по максимуму. Ну, давайте, как обычно, по помойкам полазим. Нету ничего, хлам один. То бишь, в помойке лежал только какой-то ненужный камень. Ну что ж, давайте пробежимся тогда на склад. Не будем отвлекаться. Вот сюда нам надо идти. Обыщите склад. Ну, это я, честно говоря, люблю, но я хочу сейчас еще зайти вот в этот автобус посмотреть. Неспроста он здесь стоит открытый. Что такое здесь? Ага, гель. 500 геля, это нормуль. А здесь больше ничего нету. Все, теперь уже точно идем на склад. Трупаки лежат. Не нравится мне эта вся затея. Я надеюсь, зомбари не будут с толчком.
с толчков выходить. Что ты там усматриваешь? Посмотрел и хватит. Так. Нездоровый звук тут заиграл. Сейчас, наверное, начнут выползать со всех щелей, как обычно. Вон, уже идут. Услышали все-таки, а, выстрелы. Что ты там пасть свою открыл? Нормуль тебе, без руки-то? Ну, дрить тебя, мадрить. Завалили, главное. Не пойму, а что нам здесь дальше сделать надо? Как попасть на склад? Рубильник. Замечательно. Черт. Надо подвести электричество к двери. Наверное, этот провод ведет к источнику питания. Ну, это стандарт всех хорроров. Нам нужно сейчас подать напругу. Так, меня кто-то слышит. Здесь бензин разлитый. Так, патроны для дробовика. Где, где эти козлы? Черт, подери. Ты откуда вылезла, а, родная моя? Ой-ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Не надо гореть. Себас, ты нормально себя чувствуешь? Все пучком? Да, вроде бы живой. Так, по-моему, здесь кто-то стоит. Цепь. Сейчас мы ее быстренько срубим. О, тихо, тихо, тихо. Тихо, родной. Что ты пасть-то свою открыл, а? Иди зубы почисти в рот. Воняет даже до сюда. Так, а это кто? Ну, этого мы, наверное, сейчас с вами по-тихому уберем. Как говорится, по стелсу. Берите его на корень, а? Что он там творит? Вот так вот, отдохни, малек. И нечего мне тут свои задницы вилять. А за гель спасибо. Так, топорик у нас есть. Все, отлично, мы подали электричество. Пойдемте открывать, потом открывается ворота. Сработало. Мы заходим туда, и там уже будет, наверное, заварушка какая-нибудь. Так, вроде никого нету, да? Все чисто. Тогда открываем. Лили! Так, девчонка, значит, где-то здесь. Черт. Да ладно, Себас, не волнуйся, мы прорвемся. Двери закрылись, найдем другой выход. Так, что это у нас такой запал? Это у нас склад или склад помойки? Везде какие-то мешки, хлам, мусор. И опять камеры. Лили. Звук шел сверху. Бочка с горючим. Значит, здесь будем что-то поджигать. Чего нам здесь ожидать? Хрен его знает. Оу, пройти не можем. Так. Наверное, она тут пролезла. Надо попасть внутрь. А мне показалось, что она здесь просто пробежала, как привидение сквозь эту доску. Она смелая и сообразительная. Ну, естественно. С ней все будет в порядке. Надо только ее найти. Так, я уже нашел руку. Но, правда, не Лили. А вот и нога. Че, соберем пазл? Что тут такое? Блин, я не знаю. Или наверх. Давайте, наверное, вот сюда сходим для начала. Это у нас детали. Детали нам пригодятся. Блин, где-то здесь тварь орет. А, вон, вон, вижу тень. Тень вижу, ребята. Орудуют опять топориком. Ух. Черт подери, это специально вот сейчас было сделано, а? По-моему, он куда-то убежал. Или мне показалось это?
Интересно, а куда он здесь мог смыться? Блин, на понт меня берут. Неужели он сюда вот побежал? Додумался пригнуться и уполз. Хрень какая-то, если честно. Да куда же он делся-то, говнюк? Ой, ёб твою медь, ну ты козел, а? Нежданчик какой-то, я тут о другом немножко думал. Сбаламутил меня, паразит. Что, нам наверх ползти? Поползли. Хотя там можно было по лестнице нам подняться. Черт знает, что мы делаем. Че, тупик? А, нет, все нормуль. Так, здесь можно открыть двери. И здесь боеприпас у нас, это хорошо. Тем более для дробовика. Так, сохранение. Отлично. Еще одна кукла. А где же Лилия? У нее что, склад целый кукол этих? Опять какие-то воспоминания. Блин, я больше чем уверен, что это был понт. Он стопудово знал, что она здесь прячется. Сейчас, наверное, поймает ее. Ну, в принципе, это было предсказуемо. Это он. Убийца с камерой. Этот сукин сын схватил мою дочь. Я опять опоздал. Черт! Успокойся. Думай. Мне нужно ее спасти. Коммуникатор больше не ловит сигналов. Нужно искать по-другому. О, Нил. Не знаю, можно ли ему доверять, но он хочет отсюда выбраться, а я найти Лили. О, Нил, это Себастьян. Ты меня слышишь? Себастьян, ты? Связь плохая. Черт, да что ж такое? Может, снаружи будет слышно? Намек понят. Надо отсюда сматываться. Выходить наружу, в общем. И я предчувствую, что сейчас будет заварушка. Так, о, верстачок, это хорошо, ребята. Сейчас мы с вами что-нибудь здесь похимичим. Так, создание предметов, улучшение. Ай, улучшить я ничего не смогу, у меня 40 деталей всего. Очень плохо. Ага, у меня два этих шурупа есть. Я могу что-то себе открыть. Только вот что? Огневая мощь. Дробовик может улучшить, а? Не понял. Ну да, мне нужно улучшение. Отлично. Все, 240. Тут соточка нужна. Деталей у нас нету. Ладно, с этим, в принципе, можно, наверное, завязывать. Тут не хватает. А, вот здесь вот можно. Все, теперь уже точно край. Это у нас болт для арбалета, тем более шокер. Слушайте, мы с вами, наверное, не сможем выйти тем же способом, как сюда зашли, потому что там дверь захлопнулась. Придется нам искать с вами другой какой-то вариант. Так, дымовуха, шок, вот, гарпун. Опять дымовуха, шок, гарпун. Наверное, на гарпуне мы с вами остановимся. Зачем ты использовал, блин, придурок? Ай, ё-моё. Взял аптечку, использовал. Я просто хотел посмотреть, что у меня на каких кнопках. А он ее использовал. Ладно, не беда, потом сделаем себе новую. Что опять?
Ой, не нравится мне это все. Себас, ты как, нормуль? Давай, не расслабляйся, я верю в тебя. У нас в этой жизни есть с тобой цель. Тихо. Похоже, это просто видение. Ничего страшного здесь нет. Какого черта? А вот это уже мне не нравится. Хреновое видение. Так, что там опять такое? Опять кого-то застрелил, гад. Что у него за мания это всех убивать и снимать это все? Шедевры у него такие, понимаешь ли. И он на самом деле может управлять временем по ходу дела. За счет вот этих своих фотокамер. Что такое? Улыбнись для меня. А, типа ты меня снять вот хочешь? Вот ты где. Но где Лили? Нельзя дать ему уйти. Давайте, ребята, его ловить, наверное. Он меня слышит, поди, гад. Ну что ты там? Гаденыш. Так, а вот, в принципе, и выход наружу. Эй! Ты! Девочка! Где она? Что за срань? Ё-моё. Так, понятно. Опять эти псы. Ну, на самом деле, это не псы, это твари. Ну, у меня почему-то ассоциация с песиками. Где она там, гнида эта, ползает? Ты что делаешь, тварь, а? Ну, блин, кусты что-то мешаются. Все, по-моему. Блин, а муха еще одна. Так, еще палит где-то, ребята. Вот она. Вот теперь, по-моему, чисто. Перевозки Тредуэлла. Черт, снова ушел. Надеюсь, я смогу связаться с О'Нилом. О'Нил, это Себастьян. Ты еще жив? В смысле, ты жив. Хорошо. Ты нашел ядро? Нет. Но я видел, у кого оно. У этого гада просто невероятная сила. Но я упустил его. Ну, с этим я могу тебе помочь. Я засек одну новую частоту. Ее источник в мэрии. Отлично. Где это? Посмотри наверх. Видишь здание с часовой башней? Да. Это оно. И как, черт возьми, я туда доберусь? Так не расскажешь. Возвращайся, я объясню. Хорошо. Уже иду. Ну что же, нам нужно... Ага, вот оно задание. Вернитесь в убежище О'Нила и поговорите с ним. Ёлки-палки, все улицы заполонили эти твари. Это еще что за чувырло? Короче, сейчас у меня будет по возвращению в убежище... Очень много неприятностей. Собака. Ой, ладно. Как-нибудь мы это с вами переживем. Сейчас главное определиться. Так, все. Пистолет, арбалет, дробовик. И идти нам нужно вот сюда. Ну что же, в принципе, можно бежать. Сейчас мы вот здесь вот доберем все. Патроны на дробовик. Отлично. Ну и вроде бы, что там у нас? Там бутылка, а здесь? Давай, открывай, не кряхти. Запрыгивай, что стоишь-то? Так, что тут у нас? Патроны. Ну, у нас по максимуму, так что они нужны. Бутылка тоже по максимуму. Так, 131 метр до цели.
тварь ползает там, а? Это же эта психопатка. Я ее узнал. Среди кустов там лазит. Во-во-во, бежит тварь, блин. Ух, психованная, блин, с ножом еще. Оу! Какая же ты мерзкая, аж скотина. Получила свое. Бля, рожа мне ее знакома, блин, в каком-то фильме ужасов была такая физиономия из 80-х, блин. Так, ладно. Так, здесь что-то, по-моему, промелькнуло, мне не показалось. Домик. Открытые окна в нем. Черт, не люблю вот эти закоулочки всякие. Тихонько, тихонько, Себа, что-то тут лежит, по-моему. Ага, бутылка, помойка. К сожалению, нельзя в ней лазить. А, так о чем мы волнуемся? Вот же оно, здание-то. Нам только по прямой идти. Но, если честно сказать, то я думал, дорога будет здесь более опасней. А нам всего лишь встретилась одна старая психованная бабка с ножом, которая, в принципе, тут же сразу и откурила. Топорик в чайник, как говорится, ей был хедшотом. Сейчас находим старого дружбана О'Нила. Базарим с ним, он нам объясняет там какую-то херню, которую он придумал. И дает наверняка нам очередное задание. Ты удачно добрался. Не уверен, что слово «удачно» подходит, но да, добрался. Так, теперь расскажи, как попасть к мэрии. У Юниона есть что-то типа закулисья, чтобы работники Мёбиуса могли втайне за всем наблюдать. Там многое уцелело, и по переходам можно попасть в разные места. Но куски города плавают в небе. Как там могут быть тоннели? Не тоннели, переходы. Ты входишь и выходишь из них с помощью фазового сдвига. Мы зовем эту систему «сеть». Она на другом, незримом уровне. Звучит как полный бред. Неважно, бред или не бред. Главное, что работает. Но это лабиринт. Свернешь не туда, попадешь совсем на другой конец города. Где эта самая сеть, которая выведет меня к мэрии? И кто только все это выдумал? Я отмечу, где узел. Это в северном убежище. Похоже на обычный компьютер, но только с виду. Я дам тебе пароль для активации. Войдешь, двигайся по отметке к выходу Б2. Он и выведет тебя к мэрии. Мог рассказать и по коммуникатору. Ну да. А вот это не смог бы отдать. Переходы в порядке. Но инфраструктура Юниона разрушается. Есть данные, что по пути к выходу Б2 произошла утечка газа. И там без противогаза не выжить. Смертельно опасный газ? Спасибо, что худшее приберег напоследок, О'Нил. Судя по тому, что я тут видел, это еще не самое худшее. Не продолжай. Что-нибудь еще тебе рассказать? Противогаз. Только в противогазе можно пройти по заполненным газом тоннелям сети. О'Нил любезно дал вам новый противогаз, поэтому не пришлось снимать его с трупа. Замечательно. Глава 4. За кулисами. В принципе, можно туда уже и направиться, но я думаю, что это мы будем уже делать с вами в следующей серии, а сейчас похимичим чего-нибудь на верстачке. Так, что мы можем создать? Патроны для дробовика. Это обязательно. Это, так сказать, в первую очередь. Что еще? Так, аптечку надо сделать. Шприцы. Ну, давайте сделаем. Один. Ну и патроны. Я думаю, обойдемся мы без них. Так, улучшение. 10 деталей. В принципе, как бы и все. Больше мы ничего не можем сделать, что-то такое лежит. Блин, ну вот нафига я одел патроны, когда их тут куча лежит просто-напросто. Надо было посмотреть вначале. Ну что ж, ребята, на этом я буду завершать тогда свой выпуск. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и будем продолжать играть. А на этом все. Всем пока и до скорого. Удачи вам. Ах так! Ах вот и как! Ах вот и значит, как она на самом интересном месте! Ой, а я так думал...